Программу дальнейшего развития комбината «Тепличный» обсудили сегодня во время посещения губернатора производственных площадок. На площади 27 гектаров выращивают продукцию для нужд всей области. На 12 из них располагаются старые теплицы, которые нуждаются в реконструкции. Ремонт в них уже начался. По планам работы планируют закончить к середине 2019 года. Запланирована реконструкция внутренняя 12 старых теплиц, установка новых котлов, установка газопоршневых машин, установка досветки на новых отделениях, 3 газосветки, что даст нам, естественно, увеличение объема продукции в самый востребованный период, зимний период. Будут построены и новая котельная, и энергоцентр на 9 мегаватт для досветки теплиц. Это позволит увеличить объемы выпускаемой продукции в зимний период и даст возможность для расширения ассортимента выпускаемой продукции. На базе тепличного прошло заседание по финансово-экономическим вопросам. В числе главных тем значились вопросы увеличения доходной части бюджета и введения налоговых льгот для инвесторов. В последнем случае на федеральном уровне обрабатывается возможность обеспечения долгосрочного льготного финансирования с участием государства как соинвестора. Государство рассматривает возможность вхождения в инвестиционные проекты частью доли с последующей выкупа акций или возврата доли государства. Таким образом, для получения кредитных ресурсов в банковской сфере организации необходимо будет значительно меньше средств собственных, до 10%. В таком случае инициатору проекта будет необходимо подтвердить наличие только 10% собственных средств. Остальные 20% будут предоставляться государством из фонда проектного финансирования. В качестве переходного этапа к новой системе уже осенью при участии Сбербанка и Минэкономразвития пройдет отбор проектов на базе конкурса «Регионы устойчивое развитие». Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.